Волколак – монстр в играх «Ведьмак». Описание. Ликантроп, оборотень или терриантроп, то есть человек, способный превращается в волкоподобного монстра. Исходный код. Оборотни, волколаки, чаще всего живут поблизости от человеческих поселений и ведут обычный образ жизни до полнолуния и после него, если не были раскрыты, продолжают скрываться среди людей. Из книг. И что-нибудь такое, единственной целью которого было убивать. От голода, ради удовольствия, выполняя чью-то больную волю, по другим причинам, но убивать. Мантихор, вывродка, мгляг, жагница, жряк, химера, леший, вампир, гуль, гравейр, оборотень, гигаскорпион, стрыга, упырь, яга, кикимора, глумец. И была пляска во тьме и взмахи меча. И был страх и ужас в глазах того, кто вручал мне потом плату. Полезный совет, оборотень не слишком сложный противник, если вы не забыли натереть меч серебряницей и принять на грудь пару-тройку стандартных в таких случаях эликсиров вроде ласточки, и вы и для верности пурги. Запись в бестиарии. Барон Вольфштейн спрятал лицо в ладони. Его сердце бешено колотилось. Вдруг запах крови его жены и детей стал более сильным. Тело барона надулось мускулами, и его великолепное одеяние обрывками осыпалось на мраморный пол. «Любовь моя, ты покрыт шерстью. Ты оборотень», — Бьянка побледнела, — «а как же наша любовь?» В ответ она услышала ужасающий рык. Даниэль Стилус, «Проклятие барона Вольфштейна и другие истории о любви». Примечание. В игре, так же как и со стрыгой, игрок должен решить, убить оборотня и получить ценный ингредиент или же пощадить его. Но существует фанатский, гармонично вписывающийся в игру, мод «Шерсть оборотня», который позволяет Геральту получить шерсть без убийства оборотня. В игре есть книга «Проклятие и проклятые», в которой описывается волколак. Персонаж Винсент Мейс — известный волколак в игре.